Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя. Сегодня мы продолжаем играть в игру Танки онлайн. Играем в сочетании Титаном 2, Рикошетом 3 в краске Продиджи на карте Иран. Играть мы здесь будем до 20 флагов. Счет у нас 11-1. К сожалению, пока не в нашу пользу. Проигрываем мы 10 флагов. Не знаю, почему я взял Продиджи на эту карту. Просто давно на ней не играл, захотелось. А Титан, я его чуть-чуть микро прокачал по скорости. Только что-то мне и так прокачан. Не помню только на что, правда, по-моему, на урон. Но я думаю, сейчас мы будем... О, сюда зашел ангел-демон. Я думаю, мы будем нарить. Чё я написал нарить? Нарим надо было написать, ладно. Так. Ну, после обновления карты ран жестко лагал. Ну как жестко? Подлагивал. Будем так выражаться. Ну и снимать было неприятно на нем. Поэтому я и не снимал. Но сейчас каким-то образом я зашел, у меня ничего не лагает, все супер. Так, ладно, подорвемся мы на этой минке, чтобы потом она нам не помешала. Флагов, конечно, нам надо много перетащить, но вот что за баг. Так, тут у нас фризом 0, вообще отлично. Отмораживайся. Так, все, ангел демон занарил, отлично. Теперь уже думаю, мы затащим. Ну, эту смоки злосчастную, которая стояла здесь, минки слили. Так, у меня флаг никто не хочет забрать, я так поеду замороженный. Без проблем. Окей, как скажете. Не подъезжай ко мне. Все-таки он меня заморозил. Зря я пятеку съел, тут все-таки наша Езида. Так, жига занарила. Нам будет сейчас плохо. Еще и фриз занарил, блин. Держите фриза, пока я еду. Помогаем там нашим. Тут Езида так близко, так близко. Моя, подлечи меня. Как? Ну, как так, ребят? Давай, вези, красава. И, ну, нашей Зине повезло, то, что ее не кританули. Очень сильно повезло, а вот мне не фартануло. Да, конечно, играть на Иране в Продиджи, это... Нужно иметь стальные яйца. Так, кто у нас тут, интересно, минки-то поставил там? Ладно, чтобы мы не слили. Так. Разносим эту, и что-то стало мало. Мы поняли, что их пришли нагибать. Да, пусть знают. Нагибаторов. Так, тут это смоки, она все пытается что-то сделать. Думаю, она мало что сделает. Так. Изи. Плечи. Иська. Ну, я вот думаю, может мне минировать их базу. Потому что я медленный, блин. Там еще едет наш флаг, но... Давай на минку. Как под наркой? Нет, ты без нарки, я не буду тебе флаг давать, извини, чувак. Ну и тут в чем минус Продиги, потому что защиту от фриза у меня нету. И урон он мне наносит большой. Так. Да, блин. Доставили наш флаг, 12-2. Не знаю, посмотрим, что получится с этого боя. Затащим или нет.
Так, кикаем. Чуваки, кик. В принципе, команда у нас сильная, мы их спокойно можем разнести. Единственное, мне, может, или еще кому-то надо встать в деф. И тогда будет вообще все супер. Так, о, как раз флажок привезли. Так. Убиваем флагоносца. Ну и что хорошо, конечно, то что... Так, давай сливаем. То, что от рикошета мало защиты у всех. Потому что все вот на своих инферно, как обычно, катаются. Что тут еще? Жига. Ничего, она, кстати. Ну, продига еще одна. И вот это, конечно, большие плюсы. Но этот смоки что-то жестко нубит. Так. Ну, в дальнейшем я, наверное, буду качать мамонт. Ой, мамонт, титан по скорости, по крайней мере. Потому что М2, ну, защиты мне в нем хватает. А вот скорости не помешало бы. Мамонт у меня прокачан полностью на поворотливость и... Так, что за баги? Полностью на поворотливость и на скорость. Ну, на скорость, правда, не полностью, там на чуть-чуть совсем, но я его качаю. Кристаллов, к сожалению, не хватает, всего 2000 у меня. Это очень мало. Так. Ну это зачем ты брал флаг, если ты его не довезешь? У тебя кулдаун там или еще что-нибудь. Ну конечно, она же довезли, отлично вообще. Так, может мне кто-нибудь поможет? Там я не знаю. Давай, давай, разморозка быстрее. Вот единственная защита от этой рельсы, которая стоит АФК. Так. ХП у меня, ХП мало. Флаг его мне отдам, а то вы его сейчас опять потеряете, как обычно. Да, ехай, ехай за мной. Мульт, блин. Минку, ну возвращайте. Блин, все, возвратили, слава богу. Еще убьем эту жигу. Так, ее там уже разнесли. Все отлично. Так, надо ангелу и демону помочь. А, убил прям в самый такой неподходящий момент. Ну ладно. Может, ты по мне там стрельнешь хоть раз для приличия-то рельса, то как-то продигу одел, а защита от тебя и все. Так, у нас еще какой-то маршал зашел, нарик. Так, давай. Ехай. Самое главное, это вот этот фриз, он нарит и очень сильно так достает. Из нее зашла еще одна рельса. Как-то приятно. Когда ты на Титане, у тебя дофига ХП. Еще в Продидж. Вообще ЗБС. Да, мечтаю, что ты в меня попадешь. Но опять возвратил. Ну как так-то, ребят? Почему у меня получается увоза, а у вас нет? Фига себе, какой живучий у нас оказался Викинг М2. Причем не какой-то мне М3, М2. Значит, может, микропрокачан там, я не знаю. Потому что стрелял я в него довольно-таки много. Так, Жига пытается всех на базе, что ли, разнести. У меня есть аптечка, чувак. Жига опять нападает, так. Фриз, заморозь ее, насколько можешь. Ну, на рико... Отличный лагерь. Напишите, я не профи, поэтому могу убить где-нибудь. Так, ну, в принципе, мы на втором месте. Отделяют каких-то 18 очков. Ну, норм. Нормально, чё.
Почему-то наша команда не кикает игроков. Я не понимаю, почему. Ну ладно. Значит, нам и так норм. Так. Жига, спасибо. Хотя, я, по-моему, не был заморожен. Ну ладно. Сейчас меня какой-нибудь фриз остудит. Ну давай, ты будешь выезжать из-под меня. Да. Ты вообще мне ничего не сносишь. Так. Фриз, возвращай. Молодец, молодец. Какой же ты молодец. Послушный мальчик. Рельс у нас про. Прям вот про. Так про. Настоящий. Изид, он отличи. Не хочу отразить аптечку. И так их не дарят в подарок. Отлично. Даже минку не пришлось потратить, которая здесь стоит. Ну, пока у нас кулдаун. Сейчас мы заодно кикнем. И поставим минку. Вот что я хотел сделать, это поставить минку. Да, наверное, бить на команде красных фонд почти 4000, почти, но я думаю, еще вырастет буквально за минуту. Так, зашли, ограбили. Ребят, два кика. Это же смешно. Мне там где-то фриз караулил. А, ну он уже стоит, кристаллики собирает. Совсем отчаялся, чувак. Бывает, бывает. И насколько я знаю, 50% скидка идет, если ты прокачал что-то, микропрокачал полностью. То на следующее, по-моему, идет скидка. Правильно понимаю или нет? Но, тем не менее, качать скоростью титана я буду. Она сейчас и так неплохая. Но, чтоб была побыстрее. Так, помогаем нашим. У нас даже Изида занарил. Молодец. Отлично. Нам еще осталось 10 флагов. Так, блин, ты тут стоишь. Может, у нас голдик будет? Давно, кстати, не видел. Предупреждение. Красава. Один морозит, другой размораживает. Вообще забс. Давайте, чуваки, один кик. Давайте, один. Всего лишь один. И вот этот черт уйдет от нас. Потерял вражеский. Кому-то дал. Кто в дефе, чё, молодец, чувак. Не жадный. Надо мне тоже, кстати, кому-нибудь отдать флаг. Давай, Жига. Ну, здесь... О, хотя нет. Так, ну, к сожалению, был возврат. Так эпично шарик отрикошетил и попал в эту Изиду. Или в кого там, в Жигу, не помню точно. Не заострил внимание. Неважно. И убил его. Так, бьем. Рикошетом. Этого фреза. Так, этого порешали. Тут Грумик у нас такой стоит рядом с лагом. Эпично. Каким-то образом рельса перевернулась. Так, отлично. Возвратил. Такие красивые довольно-таки текстурки сталь, как будто ты играешь с глубокими тенями. Я даже думал, что у меня динамические включены, но здесь я играю не на полной графике, потому что я вам уже говорил, что у меня лагает. Играю только с динамическими, но остальное, в принципе, это все не важно. Туман, пыль, но это реально не столь важно. Так, может, голдик все-таки будет, а скоро будет брошен. Давайте, ребят. Последний завершающий кик поставить.
Но я думаю, этого не случится. Так, помогаем нашему Фризу. Он поехал за мной. Он поехал за мной. Нет. Ну, Жига тут что-то все пытается сделать, но у нее нифига не получается. Я вам реально говорю, ребят. И какого фига я попадал в того Фриза, а не в этого, который под норой был? Что-то какой-то баг. Так. Вези. Переоделся у них игрок. Расобнулился. Да, он зашел теперь. В Зевсе, только непонятно, зачем в Зевсе. Это у нас три рикошета, а даже, по-моему, четыре. Может, ты меня студишь? Благодарю. Ну, раз переоделся, так переоделся. Может, у него другой краски нет. Ну, нам осталось 5 флагов. Сейчас уже останется 4. Ну, дефер. Я же должен быть добрый. Так, как взял наш флаг? Тебя что, слили, что ли? Сейчас я не смотрю, куда стреляют, тупо. Смотрел на табло, слили флагоносца или нет. Ну, флагоносца дефера нашего. Ну, походу дела Жига слила. Так, моя минка, отлично. Помогла нам в этой ситуации. Ну и чё? Давайте, ставьте уже. Отлично. Совсем чуть-чуть, ребят. Так, не знаю, попали, нет, вроде нет. Да, слили нашего дефера тут с нами. Блин, давайте. Нам бы Жигу сейчас сюда, которая меня разморозит. Еще один Фриз. Пипец вообще. Фонд у нас уже 5000. Неплохо. Конечно, не круто. Ну, какой есть. Так, еще за них заходит один Генус. Нам остается 2 флага. Думаю, сейчас мы их быстро уже дотащим и все. Так. У меня опять кулдаун. Полечи, пожалуйста. Если не зашел Фриз в хвой или что? А, господи, это Тина, ё-моё. Еще гром зашел, который нарит. Нам остался один флаг. Сейчас, я думаю, они нам не будут давать его увести. Хотя они что-то поехали в атаку. Главное сейчас им не дать взять флаг. Ну, блин, она тут изи взяла. Это бесполезно. Там уже должны были флаг привести. Его, по-моему, Харнет тащил. Блин, ну, ставь последний флаг, чувак. Красава. Ну, мы на первом месте заработали 1068 кристалликов. Так сказать, ограбили красных. Ну, даже это не грабеж, но так. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Ждите новые серии. Всем спасибо, всем пока-пока.